Радионяня Томми ТА-100 – прибор, гарантирующий родителям хорошее качество связи с малышом, а значит спокойствие и уверенность. Давайте подробнее рассмотрим характеристики устройства. Томми ТА-100 – аналоговая радионяня, работающая двумя каналами связи. При оптимальных условиях радиус действия прибора составляет 300 метров, что позволяет носить родительский блок по квартире, дому и даже выходить в сад, не теряя связи с малышом. Портативный родительский блок можно носить с собой, занимаясь домашними делами или отдыхая, пока ребенок спит. Световая индикация звука позволяет уменьшить громкость родительского блока или вовсе выключить его, продолжая наблюдать за ребенком. Чем громче звук в детской, тем больше лампочек загорается на родительском блоке. Звуковой сигнал уведомит, что батарейка родительского блока садится или расстояние между блоками слишком велико и сигнал пропал. Это дополнительная страховка и уверенность для родителей. Благодаря специальной клипсе родительский блок можно поставить на стол, подвесить на крючок или закрепить на поясе, позволяя освободить руки для занятий домашними делами. Мы уверены в качестве наших радионянь, поэтому даем полную гарантию на все части прибора. Условия гарантии вы сможете найти на нашем сайте или в инструкции по эксплуатации. Режим активации по звуку можно использовать, когда ребенок станет постарше, уже не обязательно слышать каждый звук. К примеру, радионяня включается при плаче или крике. Детский блок имеет встроенный ночник с мягким приятным светом.